Вот. Скажу радостную новость. У меня сегодня просто день дипломов. С утра получила диплом о высшем образовании. О, это... Настроение праздничное, хочу им поделиться, почитаю свои самые, наверное, серьезные стихи. Первое. Маша в маршрутке. Маша села на маршрутку. Ой, как страшно, ой, как жутко. На крутых, на поворотах стонет двигатель что-то. На других посмотрит Маша, может быть, им тоже страшно. Но они завороженно все глядят в свои смартфоны. Едем быстро, как опасно. Вот проехали на красный. Наша Маша, ноги в руки, из опаснейшей маршрутки на ближайшей остановке тут же выпорхнула ловко. И напрасно ей водила вслед кричал: «Не заплатила!»